не спешите инвестировать. Понимаете, инвестиция – это такое поле, как минное поле. Глупо шагать на минное поле, не изучив карту местности, не изучив правила передвижения по полю. Инвестировать – это очень опасная вещь. И когда инвестируете, первое правило инвестора – это сохранить капитал важнее, чем приумножить. Второе – это широкая диверсификация. Не ложите все яйца в одну корзину. Это очень важно, если вы не являетесь прямым инвестором в непубличной компании.